Дорогие друзья, это Аскеранская крепость, 1751 год. Между Шах-Булагом и крепостью города Шуша, Канах-Али-Хан в 1751 году построил эту крепость. Причем она очень большая. Я вам покажу, насколько это масштабное строение. Вот ее стены вот здесь, она продолжается там. И самое интересное, посмотрите, куда она уходит. Реально, это как будто бы Великая Китайская стена. Смотрите, где она продолжается. Ну, давайте-ка на нее поднимемся. Да? Красота, да? Она там продолжается. Круто, реально. Замечательно. Гаргар чай. Это гаргар чай. О, красота. А? Клёво. Да-да, ничего, идём. И вот там, кстати, впереди находятся части армянские. Типа эти районы они собирались нам вернуть. Ага, сейчас. Аскеран. Никак в жизни бы ничего бы они нам не вернули.